Сегодня был день первого сеанса. Перед сеансом няня мне рассказала, что на утренней прогулке Максим, не умолкая, что-то говорил постоянно на своем языке. Появились новые слоги. Та-та, ба-ба. То он не делал. После сеанса Максим заметил муху. Первый раз в жизни заметил он муху. До этого мы ходили в парк, и чтобы он заметил кошку, собаку, белок, надо было раз 20 его привести и показывать. Белка, белка, белка. И вдруг случайно он бы ее заметил. Сегодня он заметил муху. И повторил за мной такое движение. Я ему показала, а он повторил. Все хорошо.